Дорогие друзья, привет! Всем привет! Сегодня вообще уже практически полноябрь. И смотрите, такая погода. Вообще 20 градусов теплее. Это кайф. Реальный кайф. Мы сегодня почистили немножко бассейн, потому что, ну, воды, вам скажу, чуть-чуть холодно. 15 градусов. Ну, кому как. Если, я думаю, мы были в России, теплые, скажем так. Вот. Смотрите. Наш король довольный, как слон. На солнце. Кушает немножко. Мы даже поставили лимон дерева на улице. Люди, как вы можете посмотреть или послышать, лучше сказать, работают. Вот. Надо трудиться. Ну, как я вам сказал в этом неделе, мы скоро будем готовиться, чтобы наш круиз. Вот. Посмотрите, люди работают. Работают. Да, вообще. Мы находимся, как мы уже вам сказали, 800 метров из... Сердечко, скажи привет. Привет. Вот. Из океана. Вот. Видите, мы все... О, прикол. Вы знаете, чтобы... Когда мы открывали скиммер, чтобы мы нашли... Смерти, конечно, но мы нашли два маленьких... Две мышки. О, вообще. И один маленькая жаба. Но она не была смертва. Но все равно. Наша реакция вот. Тогда, как я вам сказал, уже в следующей неделе мы будем в Париж. А потом, в конце, после этих недель, мы наконец будем вам все показать. Тогда, ребята, я вам скажу, да попозже, не забывайте подписать наш канал YouTube, и мы вам желаем хорошего дня. Пока-пока. Лев, скажи пока-пока.